Это в Пятерочке. Сахар 79,99. Ну, 80, короче. Овощи все есть, фрукты все есть, хлеб есть. Да. Все, все есть. Так что не говорите глупости, что нету ничего, и тут прям давка за продуктами. Все в раке. Это обычная Пятерочка. И вот еще сахар. 79,99. Соль. Так что все нормально. И гречка есть. Цену, правда, не вижу. Но не важно, есть, главное. Конечно, все немножко подорожало, но есть же масло обычное, самое дешевое, 97 рублей. Вот так-то. Вот сидим, смотрим, да, снегопад в апреле. Апрельский снегопад. Ничего себе, бабушкин дом не видать. Вот это снегопад. Да, Богдан? Сидим, смотрим, да? Папа пришел, да? Папа пришел, надо в прятки поиграть. Богдан спрятался. Спрятался. Не видно, не видно, да. Это у нас передвижной пункт, где делают прививки от COVID. Но я пойду в поликлинику. Это моя третья прививка. Уже мои очередные полгода прошли, и я привилась Спутник Лайт. Вот такой флакончик. Медсестра показывает. Моя очередная доза. Друзья, смотрите, что я купила. Поляница украинская, неупакованная. Ну, ее, конечно, уже упаковали. Изготовитель Москва. Хлебозавод номер 2. Вот. Поляница. Как я выговариваю? Правильно, нет? Ну-ка определите, с каким акцентом я это говорю. Поляница, поляница, поляница. Вот она какая. Круглый хлеб. Круглый такой хлеб. Вот с таким вот надрезом. Лунным. Серп такой. Вот это есть поляница. Вот так вот. И у нас продается. Сними меня, фотограф. Так, готовим ужин. Какой-то салат с креветками. Тортик. Такие печеньки. Вино. И вот такие вот еще эклеры, наверное.
балую себя. Какое-то чудесное дерево. Даже не знаю, что это такое. Такие крылья. Как у пальмы отваливается. Не знаю, что это такое. Скажите, что это такое? Как у вас крысы идут? Хорошо? Берут. Берут? Мне кажется, вот крысы это не те самые крысы. А они же долгожители, да? Нет, мы были 3 лет. А-а-а. Да, господи. Старшая дочь прислала вот это коротенькое видео. Ей муж подарил что-то вкусненькое. Вот она распаковывает вкусняшку. Ну, в принципе, мы уже видим, там сердечко. Он ее балует. Частенько устраивает такие подарочки. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Вот такое вот сердечко. Ну, какой молодец. Конечно, приятно получать подарки. Еще в виде сердечка. Очень красивый тортик. Весна на дворе. Решила завести огород на подоконнике. У меня не было никакой тары. Вот мне дочка отдала. У нее была такая вот для высаживания лука. Я решила ее приспособить. Это вот поддон будет сюда. Я обтянула просто мешком для мусора. Ну, чтобы вода потом не протекала через эти дырочки. Здесь я прожгла дырочки, накалила гвоздь на электроплите и взяла пассатижами и прожгла, чтобы водичка не застаивалась. Вот. Попробую, что. Заказала на Озоне пока только такие травы. Вот мангольд. Мангольд — это листья свеклы. Можно и для салатов, можно борщ варить из них, как в сыром, так и в вареном виде. Салат Лола Росса и лук-батун. Вот, и я как-то вот у себя в прошлой квартире на балконе садила, и мне понравился он. В общем, как-то вот так вот на 3 части, и пока так посажу. Посмотрим, что будет. Купила керамзит. И грунт. Тоже все на Озоне. Вот. И вот сейчас я буду заполнять. Готовиться. Керамзит по-любому нужно, чтобы вот здесь нижний слой был. Если что, может быть, потом еще куплю. Ну, специальные такие лотки. Посмотрим. У меня не особо много солнца на моей стороне, поэтому я пока взяла вот только то, что может расти на теневой стороне. Так, грунт. Выбрала самый дешевый, что есть на Озоне. Все немножко дорожает, а, ну, у меня нет возможности дорогое покупать. Вот. И так, какие-то белые вкрапления имеются. Не знаю, что это такое. Пишут.
Ничего такого я не пишу. Не вижу. Ничего такого я не вижу. Ну, подходит для рассады томатов, перца, баклажанов, подкормки и т.д. и т.п. А, состав. Верхового и низинного торфов, агроперлит, речной песок, известковая мука и комплексное минеральное удобрение. Ну и перечислены питательные вещества. Ну, думаю, что нормально будет. У меня еще остается, чтобы потом еще что-то посадить. Пока так. Чтобы он не высыхал, я его застегну вот такой прищепкой. Вот. И еще потом в целлофановый мешочек положу. Потом, когда земля осядет, потом можно будет еще добавить земельки. По-любому она осядет. Леечку. Ой, а у меня же есть леечка детская. Точно, забыла. Вот ее и возьму. Ладно, пока из кружки, а потом достану леечку. Начало огороду дано. Все.